про кастинг из Телеграма, социальных сетей. Мне написали ребята с официального аккаунта и пригласили пройти открытый кастинг. Большинство моих знакомых участвовали в этом конкурсе или пытались пройти кастинг, и, соответственно, я тоже захотела поучаствовать, попробовать свои силы. Здесь очень большая конкуренция, все девочки очень красивые, и я желаю, чтобы сегодня победили действительно самые достойные, самые лучшие. Мы сначала оставили заявки, получили номерки заветные, отфотографировали снэпы, и после этого у нас было небольшое собеседование, после которого нам уже сказали, что вот, девочки, ждите результатов. Я жду от этого мероприятия понятия, что я могу пройти и доказать родителям, своим друзьям, что все возможно. Конечно же, хочется дойти до финалисток, чтобы принять участие в конкурсе «Мисс Россия». Ну что, ребят, совсем скоро все начнется.